Вот вам показываю новая новинка, чудо, такой помидорчик, который называется Златовласка. Вот, посмотрите, на кустиках. Не обращайте внимания на листики, мы просто не успеваем их обрывать. Они уже отмирают, их надо обрывать, но мы не успеваем. Смотрите, вот Златовласка просто усыпана плодами, и это мы уже их рвем, едим. Вот, смотрите, какие грозди, усыпан куст Златовлаской. А вот маленький совсем кустик, и весь тоже усыпан помидорками. Вот это, я понимаю, низкорослый черик. Весь усыпан плодами. Вот я сорвал. Смотрите, какая гронка. Класс. И вот еще одно. А вот его и мякоть. Очень шикарная. Красивого оранжевого цвета. Плод двухкамерный. Сейчас попробую. Очень сладкий. Плод идеально круглый. 11 грамм. 12 даже. Вот плоды такие 10-15. Ну вот смотрите. Это от жары. Вот первые крупные идут. На краешках вот маленькие завязались. Совсем как горошина. Давайте посмотрим. 6 грамм. Это на этой кисточке. На этой кисти, видите, все одного размера. По 10 грамм. Сверхранний томат. Златовласка. Низкорослый, оранжевые плоды, мякоть тоже оранжевая, плотный. Выращивайте черри. Черри сейчас дорогие на рынке. Можно хорошо на них заработать. Любят дети этот помидор. С удовольствием. Мы его посадим в следующем году, чтобы вырастить. Моя дочка Милана очень любит эти помидоры. Да, Милана? Все. Ты любишь помидор? Нет. Златовласка? Нет. Попробуй его. Нет. Милана не хочет, стесняется на камеру, да, пробовать? Нет, я не ем помидоры. Ты, папа, не ешь помидоры? Да. На Златовласку тоже не ешь? Да. Это же оранжевый помидор. Да. Посмотри, какая громка. Возьми ее, покажи нам. Вот на фоне Миланы такой вот помидорчик. Ложись к себе. Так что советую вам, посадите обязательно. Очень вкусный, сладкий черик. Это черик? Да, это помидор черри. Плотные они? Мягкие. Да не, но они плотные, Милан. Есть черри, которые мягкие, а этот плотный. Тебе жарко? Да. У нас больше 30 градусов сейчас. Жары. Милана пришла мне помогать снимать? Нет. Не, а что ты пришла? По другой причине. Только это на камине не буду варить. Тебе надо печенье? Нет. Ты снимаешь? Да, снимаю. Пока не перестанешь, я тебе не скажу. Хорошо, тогда я прощаюсь со зрителями. Подписывайтесь на наш канал. Скажи, Милан, что еще надо делать? На канале? Не знаю. Лайки ставить надо? Надо. Да, ставьте лайки нам. Подписывайтесь, приглашайте друзей. Будем вместе все смотреть обзоры новых сортов томатов.